Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на родине первый сервер. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте ходить по ник по регистрации. Ну что ж, пацаны, всех с праздником, всех с 23 февраля, День Защитника. И добавили как бы квесты на родине, и нужно их выполнить, чтобы получить там эксклюзивные аксессуары, там, либо еще что-то, я точно не знаю. Я уже купил фотик, потому что он нам пригодится. Я довольно-таки поздно снимаю это видео, но я думаю, вам будет интересно, как проходил это все я. Вот, подходник, квестовый персонаж, находится это все в Кремле, точнее, возле Кремля. Вот это место. Я думаю, на карте все понимают, где это находится. Объяснять не нужно. Вот наш квестовый персонаж, генерал. Подходим к нему, нажимаем Alt, поговорить. Здравия желаю. Не хочешь послужить родине? Конечно, хотим. Все, я выполнил, пацаны. Так, теперь что нам нужно сделать? Мы выполнили это задание или нет? Или не выполнили? А, выполнено, да. Так, танк. Окей. Принеси ко мне фотографию танка с Красной площади. За помощь, как обычно, награда. Так, магических талонов 3000 рублей и 10 закоинцев. Принять. Фотоаппарат я уже заранее взял, потому что я знал, что он нам будет нужен. Как его надо фоткать, пацаны? Я уже 100 раз его сфоткал. Вот, наконец-то я его сфоткал. Все, можно забирать нашу награду. Пошлите, ее заберем и будем выполнять дальше квест. Важное задание. Так, можно завершить. Все, я получил свою награду. Ты мне нравишься, поэтому я расскажу тебе кое-что интересное. В общем, я слышал, к нам приехал какой-то странный турист. Он ходит где-то на Красной площади. Я слышал, что он обменивает талоны на лет. Найди его, может, он тебе что интересного предложит. Награда за выполнение. Принять. Ладно, пошлите, я вроде бы как знаю, где он находится, вон в том месте вроде бы как. Так, вроде бы это он и есть, так, поговорить. Теперь вы можете завершить квест, отлично. Я на самом деле очень хочу гитару, потому что, блин, это реально круто. То что, но из аксессуаров самое крутое это именно гитара. И сейчас я надеюсь, мы ее сможем получить. Там, по-моему, 50 надо этих талонов магических, чтобы получить. Так, важное задание, вот, выполнил, все. Последнее задание у нас получается, последний бой. Ну что же, пора прощаться. Но прежде, сегодня важный день, воинская доблесть. Но давай сделаем приятное и дамам. Подари один букет цветов абсолютно любой девушке, подари немного тепла и им. Так, пацан, тут девушка у ФК стояла, вот какая-то мина, я ей цветы подарил и вроде бы как выполнил квест. Я думал, это будет посложнее, потому что, как вы знаете, в КРМП мало девушек играет, поэтому я думал, что я буду долго искать, но я довольно-таки все быстро нашел. Так, пацаны, если что, меня крашило, мне пришлось перезаходить. Я уже, короче, посмотрел эту гитару, и мне нужно, короче, освободить место, чтобы получить эту гитару, поэтому я приехал сюда. Нужно нахрен выкинуть этот портфель, все, выкидываем его нахрен. И все, можно теперь ехать и получать свою гитару. Ну что ж, пацаны, вот этот квестовый персонаж, которого нужно все обменивать. Так, обменять и гитара. И мне выпала вот такая вот гитара. Я не знаю, какая между ними разница, я видел черную, красную. Но мне выпала вот такая вот белая гитара. Ну что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе со мной на родине. И всех еще раз праздником. Всем пока-пока.